Молодым ветеринарам, уезжающим работать в сельскую местность, могут увеличить подъемные до 1 000 000 рублей. С таким предложением в Министерство сельского хозяйства обратился Тюменский общественный совет управления ветеринарии. Его члены считают, что таким образом можно существенно решить проблему с кадрами на селе. Пока размер выплат молодым айболитам составляет 300 тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы вот эта сумма она подросла, вот как у медиков, которым дается 1 миллион рублей. Вот здесь, конечно, за 1 миллион рублей можно и жилье купить, либо построить, либо вложиться. Это уже существенно. Я думаю, что если вот такие меры перейдут на ветеринарных специалистов, было бы очень здорово. Добавлю, сейчас молодым ветеринарам в сельской местности обещают зарплату от 25 тысяч рублей.